Чтобы выступать на профессиональном уровне, важно не только обладать специальными навыками, но и иметь хорошую физическую подготовку. Поэтому сегодня мы отправимся на тренировку в тренажерный зал. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Это видео будет полезно не только каратистам или профессиональным спортсменам, но и всем людям, которые хотят держать себя в хорошей физической форме. Мы покажем много классных упражнений, которые вы сможете добавить в свою тренировку. Спортивно Мы когда были детьми, был типа пауэрлифтер. Она была типа каратистка. И она такая с меня отравила, что типа пауэрлифтинг это говно, а мы каратисты красавцы. А я, конечно, наоборот. И в итоге сейчас... Железо сила. О! Два раза медленно, а потом... 20%. Теперь делай быстро. Сегодня я хороший тренер для камеры, тебе нагружаю штангу. Назад это не будет. На самом деле Влад обманывает. Он всегда помогает и нагружает штанги, только не разбирает. Быстрее, быстрее, раз, еще. Он всегда помогает и нагружает штанги, так не разбирает. You can throw your middle finger if you feel me low. A nigga just got paid and we still was broke. It took time, but finally the cash was mine. All the rewards of a hustler stuck in the grind. Look around and all I see is snakes and fakes. Just like scavengers waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. We'll be right back.
I'm sipping Tangeray and juicing what's the use, cause I'm a hopeless thug. Ain't no love, reminiscing on how close we was way back in the day, before they put the crack in the way. Hey, how much money can you stack in the deck? It's getting rough, collect calls for my niggas and cups. I recollect we used to ball, now just living's enough. I stand tall in the winter, summer, spring and fall. Thug for life, sprawled all across the wall and all. Buy my dollars, make me wanna holler. Drop an album, sell a million, give a fuck about tomorrow. I know it's getting crazy after dark, these mobs keep on huffing and pumping. Ain't no fear in my heart. What's going on in the ghetto? Still struggle and strive. I still roll with the heater, smoking chocolate top. In 94, I be going solo. Too many problems of my own, so I'm rolling dolo. Fuck all y'all. Такая скоростно-силовая, поэтому было много отдыха и небольшие подходы взрывные. Идем еще растягиваться. После тренировки я иду растягиваться для того, чтобы мышцы быстрее восстанавливались, чтобы молочная кислота не забивалась, мышцы были мягкие, эластичные.